5 февраля 1928 года в Павловске родился живописец Геннадий Барунов. Художественное образование получил в Ленинграде, затем вернулся на Алтай. В 50-х годах расписывал Покровский собор в Барнауле. Свыше 80 работ художника хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края. Также полотна Барунова находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. 5 февраля 1978 года в Краевом театре драмы состоялся спектакль по повести сказки Василия Шукшина «До третьих петухов». Постановку сыграли выпускники первого набора Института культуры. Желающих попасть на спектакль было так много, что публика вдребезги разнесла входные двери театра. 5 февраля 2015 года в Барнауле был открыт первый кинотеатр IMAX на 391 место. Современный формат обеспечивает самое яркое, четкое, высококачественное изображение и заставляет зрителей поверить в реальность происходящего на экране. Барнаульский кинотеатр стал 38-м кинотеатром IMAX в России.